Совсем недавно в свет вышел новый сериал с необычным интригующим названием «Дети машин». Первый сезон быстро закончился, а это значит, что вскоре фанаты смогут увидеть продолжение сериала во втором сезоне. Как и ранее, история разворачивается в недалеком будущем. В 2025 году виртуальный мир дошел до своего пика популярности, и мало кого обходят цифровые технологии стороной. Кэрри всего 22 года, но она уже довольно знаменитая личность, которая практически все свое свободное время проводит в виртуальном мире. Вайнона также давно увязла в этом мире, хотя ей всего лишь 14. Она живет в Малибу, ее тело немного модифицировали с помощью особого чипа. Вайнона человек, но имеет способности, превышающие возможности даже самого сильного и талантливого спортсмена. Что же касается продолжения этой истории, то пока никаких деталей не разглашают. В некоторых источниках говорится, что второй сезон продолжит рассказывать судьбу двух девушек, а также других виртуально зависимых людей. Выход второго сезона стоит ожидать не ранее января 2017 года, но поскольку дата выхода еще точно не утверждена, возможно, что второй сезон увидит свет немного раньше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.